Всем привет, на моем 293-м стриме. Мы продолжаем проходить вторую Камилию. Привет, Джестап Сервер. У нас почти убит Биг Кит. Он поврежден, так скажем. Ранен. Ранен на всю голову. И теперь он, сломя просто, блин, извините за тавтологию, голову, бежит за нами. И... А мы от него убегаем, микря всякие шипы, там, корнеры, гейты, диагональки и даже что-то типа девятки, но там, нет, там поднятый гейт скорее, да, такой. Ну, в общем, всякое. И даже маленькие противные шипы, торчащие из пола. Привет, пророк. Ох, я забыл эту надпись сменить. В общем, я посмотрел звуковухи. Ну, я не знаю, честно, вот... Как бы, как я вот уже убедился, что клавиатуру-то я хорошо, что купил, да, такую, но в реальности можно было бы обойтись и намного более дешевый. Да, там были бы компромиссы, но в целом я бы мог играть во все Иваны, да, без отмены прыжка. И, ну, но как бы, типа, я взял бескомпромиссную, да. А со звуковой картой, я не знаю, может быть, стоит все-таки найти компромисс и взять довольно дешевую, но который бы просто был бы... Обычный звук, ну, типа, нормальный, чтобы просто без усиления обычный микрофон работал. Потому что, конечно, как бы собирать большую сумму я буду очень долго. Как я уже говорил, я бы и на клавиатуру бы собирал бы очень долго. Просто в течение обстоятельств такое, что вот день рождения. Чё ж мне теперь до следующего дня рождения, что ли, звуковую карту копить? Привет, Тор. Не, да ладно, мне не донатят почти. Чё ты взял? Это тебе вон, я так смотрю, в Стиме донатят, да, игры постоянно. Ну, то есть, да, у меня был донат общей суммы, сложности на 4000, но это за все время. И то там из-за челленджа, как бы. И плюс из-за того, что там мастер-стримерство было, подписались там. Ну, короче, это, я говорю, просто вот такое обстоятельство. А так в реальности, да никто меня особо не донатит. Ну, очень, ну так, по мелочи, но это, я говорю, такими темпами на звуковую карту хорошую я копить буду год. Не, как бы я ни в коем случае не преуменьшаю значение доната даже маленького, даже там по 10 пикоинов, да? Нет, огромное вам спасибо тем, кто это делает, да? Ну, серьезно. Ну вот, я просто, ну, говорю просто, ну, объективную реальность, что, ну, такими суммами на звуковую карту хорошую мы будем копить долго. Ну, тупо факт, да? Как бы, без всяких домыслов. Вот, поэтому, как бы, я думаю, взять что-то более компромисс. Ну, 5000 это много уже, пророк. Там не 5, там, ну да, там около 5 есть креатив, там, какая-то, не, чуть, ну, более младшая модель, чем Sound Blaster X, я забыл. Ой, или как там, Sound Blaster HD она, да? Вот, есть более младшая модель, что-то там Omni Surround, что ли. Она что-то стоит около 5, но это уже много, это уже 5000, это уже много. Я думаю... Можно вообще найти что-то намного дешевле. В пределах, наверное, 2000. То есть мне не нужен сильно качественный... Ну как не нужен? Ну, скажем так, сейчас не стоит такая цель, да? Сделать именно выходной звук, ну, мне на наушнике, круче, чем на встроенной звуковой карте, да? У меня сейчас цель именно сделать, чтобы микрофон просто адекватно работал. Просто адекватно. Без какого-то шика, да? Просто адекватно. А мне кажется, можно обойтись куда менее... более маленькими жертвами, чем 5000 рублей. Надо будет просто эту тему
как-то хорошо изучить. Привет, Лёха. Давай реквест от меня, Rogue Legacy плюс 10 приключений и НГ плюс. Ой, а Rogue Legacy, ну мне же оно что-то не очень нравится, Тор. Ну, не знаю, если честно. Я вообще как бы в последнее время отказываюсь от реквестов, потому что у меня очень много невыполненных дел. Временно отказываюсь, потому что у меня очень много невыполненных дел. У меня Wings of V, у меня Talos Principle DLC, у меня 1001 шип, 140 игра, Singularity я обещал пройти. Много, просто много накопилось уже. Боши на рейпе, в конце концов. Но тупо надо это все порешать вначале. А потом подумаем уже. Но как бы, ну я вот тебе честно не буду врать, да? Ну, особо не надейся. То есть, ну как бы, ну, то есть, не то чтобы вот именно там от тебя что-то, нет, наоборот, я даже бы очень рад был бы от тебя какой-нибудь реквест принять. Но просто Rogue Legacy мне не очень нравится, а если бы мне вообще нечего было стримить, то я бы, может быть, и постримил. А с таким завалом еще играть в игры, которые мне, ну, так себе нравятся, ну, лол. Ну, правда. Не, без обид, Тор. Ну, я и говорю, в принципе, что мне не очень... Нет, я не говорю, что она вообще какая-то прям... сверхплохая там, но ну как-то не завлекла прям, ну не знаю, не завлекла меня. Может быть, я плохо смотрел, но мне кажется, нормально я посмотрел. Картошка сдулась после 5-го прохождения. 5-го прохождения? Еще игру 5 раз проходить? Зачем? Ну, в смысле, ну, если ты собираешься спидранить, то понятно. А если просто, то зачем? Не прут игры? Тор, если тебе так нравится Rogue Legacy, заспидрань. Это как бы сейчас абсолютно серьезно говорю. Ну прикольно же. Будет хотя бы какая-то, как сказать, мотивация. Ну не мотивация, а новое что-то интересное в игре откроешь для себя. Плюс это довольно весело. Это же даже круче, чем ачивки открывать. Фил это чувство. Чувствовать. Типа, я знаю это чувство. Он говорит. Привет, АРЗ, я не знаю, видел ли ты предыдущий мой стрим, но, как видишь, я Бикидо ранил, так скажем, ослабил. Он теперь за мной погнался. Вот, я от него убегаю. Привет, Тераон. А если ты про то, как успехи именно с убеганием от него, ну я доходил до места, где... такой зигзаг снизу и маленькие шипы торчат из пола.
Привет, Сейдер. Так, что-то не прёт, что-то не прёт. Давайте сосредоточимся. Мне кажется, клавиатура слишком далеко от меня стоит. Привет, Зеро. Кстати, нормально, да, все слышно? Хорошо? Ну, в рамках того, как меня обычно слышно хотя бы. В конце саунд сдох. Но я вообще, это думаю, для меня это нереально пройти DJ Stray. Вообще Kill the Guy не буду проходить. А, это? За два дня удалил 100 инди? Жесть. Сломался, а по-моему ты наоборот в своем обычном состоянии. Разве? Ну ты в последнее время, кроме мультиков-то мало стримишь. Ну правда, я видел, ты стримил Тропика там, и Rogue Legacy, но я что-то не заходил, потому что мне... Ну как я уже... Ну Тропика мне по определению не нравится, сам жанр вообще, да? Ну я уже, ты знаешь. А Rogue Legacy, ну что-то, как я уже сказал, не пошло. Блин, потно. $32? Ну, кстати, это неплохо. Это лол, это несколько тысяч рублей, где-то сколько? Так сложно на скидку. Больше 2000 рублей, да? Попробуй
абстрагироваться от того, что игра, которую ты видишь, на что-то похожа, да? Или там, ну, типа, что там, ой, тут краденые идеи, да, тут какие-то штампы. Ну и что? Ты просто, ну, как бы абстрагируйся от этого и посмотри на игру, как бы, новым, ну, как бы, непредвзятым взглядом. Может быть, тогда что-то разглядишь. То есть, оценивай не свежесть идеи игры, а реализацию конкретно. То есть, просто норм игра или не норм. Пусть не попадает, не знаю. Попробуй проходить игры, насколько это возможно, даже если тебе не очень нравится. Может быть, пока будешь играть, втянешься. Ну, раз уж тебе так хочется. Там уже у меня сейчас не будет времени ни на что. Привет, Михаил. Да я тоже думаю, это из-за того, что ты их смотришь массово. Вот была бы у тебя одна игра в месяц, ты бы ее поадекватнее бы оценивал. Вот в детстве, да, было мало очень игр, картриджей. И даже какое-то говнецо казалось, в принципе, нормальной игрой. Ну или, по крайней мере, чем-то играбельным, да? То, что сейчас бы ты сразу удалил. Именно, Тор, именно. Ну, это все мы, это у всех практически такое. Это как бы само собой разумеющееся. Тем более, что ты эти игры еще и бесплатно получаешь. Если бы ты их хотя бы покупал, ты бы больше ценил. А так у тебя куча игр, и ты их бесплатно получаешь. Hello, Benjels. При этом, моторщик, я не Вадим. Cat goes fishing? Да никак, вот дохожу до тех шипиков.
Да ну лоль, ну что за бред? Я смотрите, каким с этим ну с запасом прибежал. Имя сменил? Я не менял. Привет, Гантриггер. Здоров, картофель. Не, ну можно, конечно, еще впереди экрана бежать, но это не очень стабильно. Да ну, чё ты, блин. Да есть такой обзор, когда... Ну, Тор, тут как бы не хочется, никак не заставишь. Ой, да ну, еще Камилю 2 в жетул тренить. Ну ты чё, издеваешься, что ли? Ну не знаю, по крайней мере пока не возникает такой необходимости. Может, если совсем все плохо будет, еще там в течение долгого времени, то я подумаю, но пока что точно нет. Папа, что я там умер-то? Ну, не знаю, Тор. Посмотри свои воды. Куча времени, ну, как бы... Сегодня 24-е. Уже прошло... Без одного дня 2 месяца. В декабре был 31 день, и в январе был 31 день. Это значит... Так, стоп. Сколько прошло, это значит? Значит, 63 дня прошло, что ли? Блин, что-то я не могу посчитать. Походу, 63 дня прошло. Сегодня 63 день.
А, нет, 61 день прошел. Вот, 61 день, то есть из 100. Значит, у нас осталось 39 дней, чтобы это пройти эту игру. Неважно, как я уже ранее говорил, сколько будет стримов, но за 39 дней я должен пройти игру. И несмотря, что это уже почти конец игры, я не до конца уверен, что мне хватит. Потому что последний босс очень-очень жесткий. Смотри с Good Game, Тор. Что-то часто куришь, моторщик. Ну, конечно, твое дело, но... Ты на работе, что ли, смотришь стрим? А, ну ты ушел уже, ну ладно. Какая-то глупая смерть, в который раз там уже. Ну, я же не знаю, но к тому же, я помню, ты вчера курил. Ну, потому я нередко курю, я никогда не курил вообще.
что ж такое-то? Да, ну вот это сейчас было, ну, вафля. Перестал доходить до этих шипиков. Ну блин, вот. Картофель, что-то часто троллишь. А у нас нет закона, запрещающего троллировать в общественных местах? Ну, блин, надо ввести. Где весь твичевский чат? Ну, где-то, не знаю. На СК2-че. Кто профессионал в айванах, мне интересно. И когда наступает момент, что человек становится профессионалом в айванах? Не очень понятно. Два раза подряд не смог гейт пройти. Жестко спидранить? А что такое жестко спидранить и какую именно игру? Я могу жестко заспидранить какой-нибудь там Conquer Blow Game там или Айвона Чока Чока.
Да ну блин, ну такая тупая фигня. Я могу пройти, а его на чокачок, у него МРФ на уровне, а босса там нету. Может быть даже Катпер Блоугей могу, хотя, ну может быть да, может быть смогу на импосте пройти. Но это вообще ни о чем не говорит, это легкая игра. Вообще, Иваны как бы без смертей не проходят обычно. Ну, такие, ну, нормальные Иваны. Никто такой дисциплины не делает. Время обычно считают, а не смерти. Можешь умереть сколько угодно раз, но если ты прошел быстрее, то ты круче. А если ты прошел медленнее, но у тебя меньше смертей, ну, то так себе достижение. Особо не котируется обычно. Именно в Айванах. Чока-чока за спидранить? Да могу. Ну, побежали. А, пальцы устали, жесть. Сейчас я не могу и без шевелить. Все, пройдено. 46 секунд. Смертей. Все, я профессионал. Не, ВР 20 с чем-то секунд. Вот инферка, по-моему. Привет, Кибош, спасибо.
Почему тебе давай тащи уже? По-твоему, я так долго сижу на этом месте? Вообще-то нет. Пока еще не очень долго. Сегодня прогресса не было. В Нанг? Ну, вообще, да, планировал. Не обещаю, но, скорее всего, да. Да, блин. Знаю, вряд ли на тру концовочку. Но вначале, как бы, на плохую концовку пройду. И все, скорее всего. Потом, если захочется, то буду уже перепроходить секретками. Да ну что, блин, лол. Что-то мне не идет сегодня, не знаю, не прет. Я не могу гейты сделать. В ворота войти не могу. Плечи не пролазят. Да ну как я об это умираю? Ну как я об это умираю? Ну лол, ну это тупо так, что вообще просто, ну... Пипец. Ну даже пророк бы не завафлил бы так. Thank you.
все. Или не все. Я на один шипик дальше прошел. Я себе немного начальных усложненных уровней не проспойлерил. Там не сильно сложно, но по крайней мере платформах не сложнее, чем в сериалах, но намного короче. Ну не знаю, ну проходи. Привет, Абино, а ты во сколько хотел? Почему не пойдем? Может и пойдем. Ты говорил вроде в 20:00, да? Ну давай в 21:00. Не, ну если это прям вообще, как сильно поздно, ну ок, тогда 20:30, или когда там скажешь. Ну потому что раз я обещал, значит, я, если честно, забыл. Если честно, просто забыл. Поэтому пофигу, что я мало отстримил еще. Я закончу, когда скажешь. Так что говори, что вот все, типа через там, типа через 15 минут стрим, да? Я такой, ок, все, завершаю. Пророк со змейкой, значит, я говорю, я забыл. Со змейкой потом, значит. Ну, вылетел из головы, ну, бывает, ну. Ну, супер контра, ну, я же говорил уже, супер контра. Я даже не знаю, что за игра такая супер контра. Подожди, а Контру 3, которая реквест, ты один будешь проходить, да? Ультра Контра. Могу, это звучит как-то, ну, как будто, типа, хочу вдвоем, но могу один. Привет, Гэн Стори. Там яма! Там яма! Ой, зато мы увидели, что там дальше. Ух ты ж, ну такое. Не, а Legacy of War, это тоже один будешь проходить? Стоп, а мне казалось там... А, там шипик дальше торчит, да? Блин. Ну прогресс, прогресс у нас. Прогресс еще.
Ну там. Извините, телефон звонит. Сейчас, минутку, мне тут надо кое-что сделать. Быстро. Ну, Эльзорга, ну лол, ну хорош там, это не третья Камиллия, ну. Обычный корнер ему. Ни хрена себе. Все, поехали. Вроде, да, все. Ну, значит, у нас еще есть поиграть где-то минут 40, я так понимаю. А, экран, да. Нет, я... Ну, блин, нет, пророк. Если хочешь, даже вот откопай. Там, ну, это как бы... Это не было обещанием. Это было такое... Как-то типа воскресание. Ну, блин. Короче, это не было обещанием. Это его было предложение такое. Ну, даже не предложение, а... Блин, ну ты знаешь, все, хорош машнить. Привет, Фаркор. Да при чем тут понт? При чем тут понт? Наоборот. Это наоборот. Ну, короче, ладно, давайте. А то сейчас большинство людей сидит и не понимает, о чем речь идет. Ну, у Эльзорга там, в его этой Айвона Бизебака,
очень сложный момент. Нужно сделать подряд, без сейвов, несколько очень хардкорных прыжков. И вот он хочет, что когда дойдет до последнего прыжка, а именно до плейна, нажать игру на паузу, включить RMG, ну, вы знаете, этот конструктор прыжков, да? Потренить там этот плейн, потренить, потом распаузить игру и сделать этот плейн в игре. Ну, то есть не рестарте опять от сейва, а, ну, то есть вот чтобы, типа, вспомнить руками, да? Ну вот, ну, я высказывал свое мнение, что я, как бы, ну, мне это не нравится, короче, скажем так, да? Вот, и, ну, я, если честно, уже не помню последовательность беседы. Ну и типа у меня такое было восклицание. Ну давай теперь я вот так вот Камилю 3 пройду, да? Вот так же буду перед каждым сложным моментом ставить игру на паузу и это... И тренить именно этот прыжочек. А потом распаузивать и, ну как бы со свежим, так сказать, мышечной памятью проходить. Ну это разве обещание? Нет, это типа, что... Ну, блин, это просто восклицание такое. Типа, что я тогда уже она не будет такой хардкорной. Ну, она все равно будет хардкорной, безусловно. Но, типа, это упрощает жизнь. Давайте я буду Камилю на паузу ставить. Сейчас пойду потреню этот прыжочек, потом распаузю и прыгну его. И ни хрена не сделаю. Ну, в гейммейкере можно VDNC потренить. То есть, проще говоря, как сейчас модно писать, знаете, там, типа, что-то пишешь такое, там, невероятное, да, а потом в скобочках нет, ну, типа, сарказм, да. Ну, вот то же самое и у меня было, то есть, типа, давай я также Кабирю 3 пройду, и в скобочках нет надо было дописать. Ну, тогда понятно было бы, да, я так понимаю. Да блин. Что? Также ты в Game Story можешь попробовать, еще есть J-Tool. Это типа продолжение RMG от другого автора. RMG же заброшенный, давно не обновляется. А J-Tool это типа дальше развитие идеи, как бы, от другого автора.
Правда, там есть небольшой косяк, то что она выдает при старте несколько ошибок. Так как она с открытым исходным кодом, то я пытаюсь исправить этот косяк. Вчера вот пытался, я почти исправил, но почему-то некоторые скины перестали загружаться. Причем не все, а некоторые. Но я еще покопаюсь, я надеюсь, исправлю полностью. В принципе, если я точно пойму, из-за чего ошибка, да, и как исправить, может быть, даже автору напишу. Или как там, pull request сделаю на GitHub. А, ошибок. Тьфу ты, блин. Ну, немножко волнения все-таки есть, поэтому... Выпрыгиваю из этого корнера. Сразу останавливаюсь, прыгаю наверх. На этот блок, потом вот этот проход. И потом налево там куда-то. Plane — это гейт наизнанку? Нет. Plane — это... То есть смотри, гейт — это вот, ну, если горизонтальный, а plane — это вот. То есть, ну... Лезвие шипа друг над другом. Горизонтальная диагональ. Что-то не пойму, здесь есть ошибка? Смысловая. Или мне кажется.
нормально, да? Ну ладно, значит я упорот. Мы уже три часа на вот этом, вот этой погоне от Big Kid'а. О, по таймеру игры. В реальности чуть больше. Знаете, я так на этот таймер смотрю, как будто бы... Вот, то есть мне вы сказали, что там, типа, я буду проходить это 5-7 часов. Я это воспринимаю, как вот я просто жду эти 5-7 часов, и потом оно, типа, проходится. Типа, вот 3 часа прошло, но ок, осталось подождать еще пару часиков, и пройдется. Верт на андроиде сделать? Но это не сбудется. А Ивана на Android? Господи, кто это сделал и какая именно? А какое там было управление? На сенсорный экран? Не, я понимаю, что гейммейкер может деплоить игры на почти все платформы. Что, бака прошлась? Дорога длиной в жизнь. Ух, так. Ох ты, какой там прыжок-то. Такой налево большой. А, в принципе, там легко, по-моему, свободно. То есть там не нужно именно не касаться потолка. Там просто, в принципе, влево, и я должен допрыгнуть вторым прыжком. Но, блин, там шипик можно врезаться. Thank you.
Привет, Guy Channel. Да, это I Wanna Kill the Camellia 2. Когда-то это была одна из самых сложных игр среди Айван, да и вообще, может быть, среди платформеров как таковых. Но, правда, уже ее, конечно, переплюнули, но и она все еще остается очень сложной игрой. Я вот уже потратил на нее 103 часа, и вот когда я пройду вот этот вот уровень, этот момент, будет пройден полностью огромный шестой уровень с 5 боссами. И останется совсем чуть-чуть до конца. Ну я же говорю, уже переплюнули. Конечно же, Camellia 3 намного сложнее. Но я говорю, когда-то, вот она в 2012 вышла. В 2012-м это была полная жесть, считалось вообще просто. Конечно, сейчас уже после Camellia 3, как бы, она уступает. И довольно значительно. Ну как, очень значительно. То есть, если прохождение этой игры в среднем занимает, ну, часов 150, то прохождение третьей Camellia в среднем занимает часов 700, даже больше. Но если, ну, кроме у людей, которые прям топовые по скиллу, у них, конечно, может и поменьше. Да ну какого хрена, ну блин, это сложно, это сложно. Camellia 4, ну вообще раньше говорили, что Camellia 4 точно не будет. То есть прям вот сам Camellia говорил, Camellia 4 не будет. Но недавно, да, что-то какая-то инфа проскакивала, якобы чуть ли не от самого Camellia, что типа вроде бы четвертую будут делать, или даже уже начали делать. Но я пока все равно не очень этому доверяю. Мало ли, может, у них там в Корее 1 апреля, в феврале. Нет, первое прохождение. Да если бы я уже проходил, я бы тратил бы 103 часа на прохождение. Ну блин, Джокер, сейчас что ли? У меня времени нет сейчас. Давай после стрима. Нет, это естественно первое. Это первое мое прохождение. I Wanna Kill the Camellia 2. И я вот уже как... Ну то есть я так понимаю... Ну просто так спросил, типа, да, хардкорщик. Я думал... Типа, ну, ты вообще не знаешь, что это за игра, ну, типа, там, вот, а я так понял, ты знаешь все-таки, да, ну, тогда, да, вот, с потом, с болью, но дошел до сюда уже, босс-раш пройден. В босс-раше на всех боссов ушло... Меньше 12 часов, но больше 11 на каждого. Ай-яй-яй, как громко. И
там ляжка. Это Джокер написал ВКонтакте. Ну как делать эти прыжки? Держишь влево и кнопку прыжка, и очень быстро нажимаешь вправо. Ну, то есть почти что спамишь. Нет! Вслепую прохожу. Я вслепую прохожу. Ну вот, прыжок уже написал. Я не знаю, вот сколько я тут до конца не дошел. И, кстати, спойлерить нельзя. Спойлерить нельзя. Единственное, что... как бы на боссах, например, на какие-то текущие атаки, которые я типа вот уже вижу, да, мне подсказывали, ну вот, но наперед я не смотрел то, чего я не видел. Ну, с боссами уже была веселуха. Ну, это уже почти конец игры. Я говорю, как бы, ну, то есть я не, ну, то есть не настолько blind run, чтобы я даже вообще, типа, ну, чтобы запрещены были даже подсказки там по тактикам, да, нет, не настолько, конечно, но заранее я не видел. Единственное, что именно, ну, я уже прошел босс раш. Вот, единственное, что, как бы, все-таки последнего босса я не специально, можно сказать, еще до того, как решил проходить эту игру, я видел последнего босса, но я почти там ничего не помню. Помню там вторую фазу почти полностью, и все, и больше ничего вроде не помню. Какие-то куски первой фазы, и знаю, что фаз всего 4. Ну вот, как бы, и все на этом. Ну, в общем... Камелию 3? Ну, уже много кто задавал этот вопрос, и много было обсуждений на эту тему. Вероятность есть. На этом все. Только лишь есть вероятность. Но я пока не знаю. Пока, наверное, еще морально не готов. Но вероятность вполне стала осязаемая, когда я купил новую клавиатуру. Потому что теперь я могу делать любые прыжки без использования... отмена прыжка там и всякой ерунды. Но, тем не менее, боссы по-прежнему там будут отнимать очень много времени. Да и не только боссы. Поэтому я еще все еще думаю. Ну давайте вначале пройдем вторую камелию, а потом будем что-то решать. Мерга, что ли? Ну, третья камелия, да. Это такое. То есть ты же понимаешь, что он там вырезает, да, все моменты, которые долгие. В реальности там жуть, особенно на четвертом уровне. В принципе, до четвертого уровня ничего такого нету. Ну, скажем так. Но для того, кто прошел вторую камелию, как бы, там точно ничего такого нету. До четвертого уровня.
А вот начиная с четвертого, это уже все. Это грусть. Я не вижу этот шип вообще. А, надо просто запомнить, он находится под блоком угловым. Я просто визуально его не вижу, когда бегу. Слишком он незаметный. Ну, первую Камилию я тоже прошел. Ну, она такая. Чё её проходить-то там? Давно не умирал на этой диагональке. Конечно, интересно, потому что игра классная. А почему нет? Как бы, ты никогда не перепроходил игры, которые ты уже знаешь? Ты всегда только игру один раз прошел и все, и выкидываешь, и удаляешь. Ну, игры однодневки, да, там какой-нибудь Call of Duty новый там, да? Или типа того. А хорошие-то игры не жаль перепройти. А уж тем более, если ты только видел, а не проходил, то уж тем более, почему нет. Я думаю, что если будет Камили 4, то она будет на уровне сложности Камили 3. Не сложнее. Ну, потому что уже сложнее некуда. Ну, то есть, нет, есть куда, но тогда в нее почти никто не будет играть. Потому что, ну, как бы, что там, El Needle сделают, так называемый? Ну, и кто будет в это играть? Никто. Ну, 1-2 человека, корейцы. Как бы и третья это Камилия за предельный уровень сложности. Выше не будут делать. Просто сделают примерно такую же по сложности, но, ну, естественно, с другими уровнями и боссами. Ну, это если будет. Если, да? Инфлюка? Да, Инфлюка это третий босс. Четвертый босс был Гейзер, пятый Салгрин, а потом был босс Раш из четырех боссов. Это Destination, Crimson, Gravity Man и Noe. И потом Big Kid, который стоял и пурки пускал. И вот после этого вот этот Big Kid за мной погнался, типа, когда я прошел его. Нет, Game Story, Камили 3 уже не идет речи без спойлеров. Я ее вдоль и поперек видел много раз. Уже и, ну ты знаешь, я там в некоторых боссов играл на взломанном сейве там. Ну, нет, там никакой речи, то, что без спойлеров там или каких-то этих вообще не идет, ты что? Инфлюка в смысле СК-3, ну... Да, это, кстати, инфлюка в Камили 3 вообще не сложный босс. Ну, на фоне остальных боссов Камили 3 вообще, по-моему, не сложный босс. Мне кажется, второй или третий по сложности. Первый, ой, в смысле, ну, с конца, я имею в виду с конца. То есть самый простой это Гай, да? Потом, наверное, Фландра. И вот потом, наверное, Инфлюка. Правда, не знаю насчет Доткида. Может быть, Доткид все-таки. Ну, короче, где-то на дне она по сложности. Зато очень классная. Зато очень классно сделано. Просто супер. Один из лучших босс.
Нет, а скажем так, один из лучших авейденсов в айванах, которые я видел. То же самое могу сказать и про Сайбер. Нет, Джокер, да какой? Че тут там? На Гизере, да. Ну, с учетом то, что у тебя опыта игры нету, да? На Гизере, да. Ну, как бы так. Ох, не видел. Кто там? Че? А, привет, Дмитрич. У тебя бусраж начался в Камиле 2? Бер, спасибо за подписку. А, Destination, ну. Ага. Guy Channel, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Ну и чё? Ну он типа хотел все убить Мегамена на рейпе без Даркбоша, без бака на пульке и без Гасти. Абсолютно голым Боши. Но не осилил. Ну как? Не осилил даже сесть попробовать. Потому что без денег уже никто особо ничего не хочет делать. Биткоина не задонатили, но и не стал он делать. Сколько раз в день? Один, ну и то даже. Ну, конечно, сейчас я часто стримлю, но вообще как бы, может быть, даже не каждый день. Хотя именно в последнее время почти каждый день, ну буквально каждый день. Но у меня как бы, а, ну ты же не в курсе, только пришел. Короче, объясняю. 25 декабря 2015 года, да, то есть 2 месяца назад, я начал проходить I Wanna Kill the Camellia 2, и, но не просто так, я поставил сам себе такой челлендж, испытание, пройти игру за 100 дней. 100 дней истекают 3 апреля, то есть не 100 стримов, да, а именно 100 дней, неважно там, по какой причине там я не стримлю или еще что-то, да, то есть 100 дней истекают, все, значит я не смог. Вот. Уже про... сегодня 61 день. И я, ну, я думаю, что я успею. Но всякое может быть. Но я думаю, что я успею. Я не очень понял твою мысль, но за 3 часа и что? Это типа означает, что я не успею или что? Я-то уже, в общем-то, к финалу-то близок. Правда, там босс, которого убивают там обычно часов по 60. Поэтому я и говорю, что могу не успеть. А так, если предположить, ну так, ну просто, ну, чисто абстрактно, да? Что я босса убью часов за
15-20 последнего, ну, опять, чисто абстрактно, да, то я с огромным опережением закончу челлендж. Но это абстрактно, в реальности. Вот, так вот, если я не укладываюсь в это время, 100 дней, то, ну, сначала я это прохожу, неважно за сколько дней, да, все равно это прохожу игру, а после этого в наказание я прохожу I Wanna Be The Orion. Это, короче, нидл игра шипастая, а в конце жесткий довольно AoE Dance. Она довольно красивая, но в кланах у меня проходить ее нету. Поэтому... Когда мы придумывали, какое будет наказание, как бы выбирали как бы баланс. То есть между тем, что я не особо хочу проходить, но и такое, чтобы, ну, собственно, вам, зрителям, и, ну, все-таки смотреть-то... То есть как бы страдать-то мне, но смотреть-то вам, да, поэтому... Как бы, поэтому выбрали что среднее, что как бы вроде бы и посмотреть можно, но и я не особо как бы хочу вообще-то проходить. Привет, Игорь. За месяц-два запилить? Ну, на гейммейкере можно за месяц-два, в принципе, много запилить довольно. Если конкретно засесть, можно, в общем-то, целую игру сделать. Ну, понимаешь, ты же понимаешь, что вопрос слишком абстрактный, да? На курсач? А в чем курсач заключается? Ну, абстрактный вопрос, ты понимаешь? Давай поконкретней. Ну, можешь за 2 месяца сделать игру. Такого ответ устраивает? На гейммейкере, если надо именно с нуля, на каком-нибудь там C-Sharp или C++, не используя чужие движки, то, ну, прототип можно сделать, там, в принципе, каким-нибудь одним уровнем. Ну, либо, ну, это я имею в виду, я просто мыслю платформерами, а если не платформер, а какая-нибудь, не знаю, может, логическая игра или что-то еще, то, наверное, можно и целиком сделать. Зависит еще от опыта твоего. Блин, вот этот прыжок. Вот этот прыжок неприятный. Ой, какой неприятный прыжок. Изи завафлить просто. А ты платформер на чем делал? Но C++ неплохо. Пророк, да, Эльзорго профилактический, чтоб не шутил так. Библиотеки для анимации карты. Нормально.
Я тоже делал, пытался сделать платформеры в свое время. На, ну, сам. Вообще пробовал полностью, ну как, полностью с нуля, но на XNA. XNA фреймворк. Может быть, знаешь, может, хз. Потом пробовал на брать 2D-движки разные. Потом даже пробовал на чистом DirectX, на C++. На моногейме пробовал. Где я за букву... Нет, там не за букву играешь, там и собираешь. Она была на XNA, да, написана. Она на XNA. Ну, буква... Ну, там собираешь букву и для очков. Но я ни одной игры не завершил. Я ни одной игры не завершил. Я каждый раз... на каком-то этапе понимал, что у меня говнокод, и все забрасывал. И в следующий раз писал уже норм-код. Но потом этот норм-код через какое-то время смотрю, и это говнокод. И опять начал на другом что-то писать. Потом уже это норм, в третьего раза это норм, да? А потом этот норм, короче, через какое-то время смотрю, ну говнокод же, ну. И опять, короче, удаляю. Уже теперь какую-то другую технологию использую, типа, ну вообще уже классный код. Совсем другое дело. И вот это вот совсем другое дело через некоторое время, но вы поняли. Зато опыта набрал. Представляю, как игры вообще устроены. Движки там. Также и гизер думают, вполне возможно. Причем самое интересное, знание вот этого вот, как это примерно работает, да, помогает даже в гейммейкере. Какой прыжок самый сложный? Ну, наверное, вот сейчас дойду, на это надеюсь. Вот этот на втором месте через гейт, дропгейт. Наверное, пока. Ну, бывает. Ну, как бы... Нет, ну... Просто, понимаешь, ну, как бы это было хобби, да? Чисто такое, знаете, понятно, что если у меня... проект со сроками, типа вот на работе, да, то, ну, какой уж код написал, такой написал. Ну, естественно, я пишу в меру своих возможностей, чтобы был хороший код. Но, разумеется, это получается не всегда. Ну, не все сразу не спроектируешь, как надо. Там доработки какие-то возникают, которые изначально ты не проектировал. Еще что-то. Ну вот. Ну, понятно, что там уже как бы с нуля не перепишешь. Некогда. Но так, в то время, как бы, я считал, что мне стоит переписать, потому что я хотел научиться нормально все делать. Фу, времени уровень прохожу, а 3.5 часа.
Нет, я 3,5 часа не сегодня, а в смысле вообще по таймеру игры, как я дошел до этого уровня, было на таймере 100 часов 22 минуты. Вот. А именно сегодня час 46. Нет, я еще не устал, но тем не менее, скоро стрим будет заканчиваться, потому что я забыл, я пообещал, что я приду в кооп на другой стрим. Привет, Фритак. Нервный тик? Нет, ты про что? То, что моргаю или что? Но это из-за монитора, глаза устают. Потому что я же не просто смотрю на монитор, я сосредоточенно смотрю на монитор. Это не то же самое, что кино смотреть или стрим. Да, прошел задрос. Прошел. И даже потом такой длинный прыжок, ну там типа через пропасть, и там такой сверху шип торчит, да, тоже прошел. И там еще даже вниз спустился. И вот там нужно такой г-прыжок, типа запрыгнуть, я запрыгнул. И потом гейт, и я вот на гейте умер. Ну ты, наверное, понял, раз ты проходил. Ну вот, собственно, Game Story только что сказал про прогресс. Ок, последняя попытка вебина. Ну что ж, тогда на этом стрим заканчивается. Ну да, недолгий получился. Сейчас, если кто хочет посмотреть, как я и вот Фэбли Домино на его канале будем проходить суперконтру, то оставайтесь, сейчас я захочу, чтобы вы, ну, знали, куда перейти, если вы еще не знаете, ну, те, кто не знает его. Соответственно, увидимся там. Чё не вырубай? Чё? Сказать у меня на стриме. Ну, давай. Ну, давай, давай, звони, где ты? Сейчас посмотрим, что же он скажет, что же он там скажет. Самый конец, ну почему? Ну, как бы вообще-то, по-моему, уже около минут 50 вот сидишь. Неловкое молчание. Ну да. Что-то не пошло. Да ладно, не знаю, только мне норм. Ну, как бы, если вы не хотите на суперконтру, то в принципе все, я вас не держу. Да, суперконтра — это NES. А как бы, а если ходить в суперконтр, то все равно она не начнется раньше, чем Фабинов рубит скайп. О, врубил. Ну давай, звони. А, нужны люди. Не уходите! Не уходите! Вон, зрителей стало больше, было 26, стало 29. Говори.
у тебя же скайп уже включен, где? Да лол, ну... Как он может тупить? Ты же даже не стримишь. У тебя комп... Ресурсы все свободные. Включим пока геймпад. Ты мне еще ром скинуть должен. А, рекламную акцию устроить. Я понял. Я понял. А, во, звонит. А чё, у меня красный тоже, да? Да, скайп может тупить, короче. Он у меня включается по 1000 лет. Короче, это очень дерзко. Но у меня есть единственный шанс, когда, короче, сам Данчика стримит, а не у меня на стриме. У него день рождения через 1.5 месяца. Я хочу включить Бузон. И что все писали. Чика-чика-чика-чика. Мне нужна толпа. Что? Я ничего не понял. Чика Тайм, короче, там будет песня, очень классная. Из Чико Тайма, короче, чтобы чат писал Чика слово, как я вот сейчас в чате напишу. И вот нужно, пока он стримит, чтобы он не увидел, короче. Ну ты понимаешь, сюрприз, чтобы был. Он просто сейчас сам стримит, он это... Господи, он закончил. Нет, пожалуйста, нет, он же придет сейчас на стрим. Нет. Не надо приходить на стрим. Ну, в смысле, ну ко мне вряд ли придет. Да нет, я понимаю, что к тебе вряд ли придет. Блин, ну я... Если хотел... честно, я все равно ничего не понял. Чего у него через 1.5 месяца день рождения и что? Ну да, но я просто... Это единственный момент сейчас, когда я могу это записать. Мне оно в голову просто пришло в этот момент. И, короче, я решил, что лучше сейчас, пока я помню. Надеюсь, он не сказал спасибо за стрим. Не, он ушел покурить. Все нормально. Все, ништяк, можно стрим запускать. Короче, сейчас захостишь, и, короче, зрители просто должны помочь. Ну ты объясни, типа, по-братски. В смысле, захотеть его? Не, меня. Ну сейчас, когда я начну. Просто объясни своим зрителям по-братски, чтобы помогли. Ну, они ну, слышат тебя. Ну, я понимаю, нет, ты объясни, ну типа, ты главный тут. Они к тебе приходят, тайванеры. Ну, типа, помогите Фабино. Там. Ну, помогите, я поддерживаю. Правда, я не понял, что, но я поддерживаю. Ну, короче, я тебе сейчас кину ютубчик. Ну, это... Я, короче, начал клип просто снимать. Ну, короче, потом еще там кое-что заснимешь, как вот из лав. Ну, ты понял, я тебе потом это скажу. Ну, тут такие страсти, понимаешь? Надо, короче, вот, молчать. Сейчас, подожди. Вот, я тебе, короче, кину. Сейчас, подожди. Типа, ты хочешь... Ты хочешь, чтобы зарейдил, типа, или что? Я не понимаю. Нет. В такт музыки писать слово Чика. А задержка? Да они пускай даже не в попад пишут. То пофиг вообще. Вот, короче, я тебя кинул. Короче, она всего 3 минуты идет, так что... А всё, почему? Короче. А может в чат кинуть или что? Ну не... в чат можно... Зачем? Да пофиг. В смысле? Короче. Ну то есть смысл в том, что... Я думаю, не только мне непонятно. Ну. Сейчас я делаю хост. Как это? Ты что, не видел, как Фабино писали? Нет. Ну короче, просто так включил Вавилон, Чика сидел, просто так играл, и они не в попад писали, просто Фабино, и все, и норм было. Я примерно то же самое. Нет, ну что-то... ты давай с самого начала. Сейчас я делаю хост, ты включаешь да. стрим. Да. На стриме, я так понимаю, играет музыка, да? Да. И все пишут Чика-Чика. Да. Ну все, сейчас я начну, короче. Ну, все вроде поняли, да? То сейчас да. мы, сейчас я кидаю хост, как там стрим, когда начнется, но сейчас да, он уже да. начнется. Но и я мы... сейчас это, я название стрима надо еще сделать. И мы просто пишем это слово. Да. Все скопировали? Да, Чика, ну можно, не знаю, как хотите, Дон Чика, можно по-русски Чика, как хотите, пишите. То есть можно со смайлами, можно без смайлов. Да, ну, есть... да, и, кстати, ну, кто не знает, как хосты работают, привет, First, ну, уже заканчивается, то, ну, писать нужно не в этом чатике, в моем, а когда да. хост работает, нужно перейти на тот канал и там да, писать. Да, да, и там писать, ну, как бы это логично. Ну, нет, ну, не все знают, как Twitch вообще устроен. Да? Ну, мало ли, ну, кто-то, может, новый. Сейчас, я, короче, подожди, я сейчас просто еще, который у него на стриме, я, короче, сейчас зрителей с его стрима через ВЭшку им напишу, они, короче, сейчас свалят от него, я скажу, пишите в чат. Понимаешь, какой у меня захват стрима, Фабино? Он все сейчас стримы захватит, какие может. Так. Сейчас, подожди, тихо. Я просто название стрима забыл поменять. Подожди, так если у него день рождения через 1.5 месяца, то при чем тут сейчас? Ну, я говорю, он сейчас единственное время, когда я могу стримить, и он стримит, и вроде народу дофига.
Ну, чтобы... Ну, просто у меня в голову это пришло, я решил сейчас осуществить. У тебя какие, когда планы приходят в голове, то это... Не, ну просто заранее не поздравляют обычно. Ну да, ну ёлки, так я это пока смонтирую, все, пока это сделаю, как раз наступит день рождения его. А, ты думаешь, он сейчас не увидит, что ли? Он стримит, японский в рот, он никогда не открывает Twitch, пока стримит, никогда. Вообще. Ну это блин, да просто брат. Объяснять, это просто over 2000, ну да, я знаю. Вот, сейчас включил чат, все. Так, все, короче, я могу, наверное, начинать. А какого числа у него ДР? Я хрен его знает, что-то в апреле. 4 апреля. От бога. 4 апреля. Так, сейчас подожди, я напишу. Сейчас еще. Подожди, подожди, поговори со зрителями там, скажи, я хороший. Да я говорю. И да, если кто-то все еще не понял, то мы не только там сейчас пишем тику, но еще там будем супер контр проходить. И я там да. буду вторым игроком. Вот. А, чат ссылкой, да, я заспамлю сейчас. Правда, это... Ну давайте вот так. То есть я хост еще не кинул. Вот вам ссылка. Все, короче, я сейчас начинаю. Вот, все, короче. Все, давай пока. Ну, всё. Или не пока. Ну, короче, созвонимся. Ну, не, подожди. А, мы... Ладно. Так. Сейчас я проверю, что стрим начался. И пускаем. Ну, вы как услышите там музыку, в принципе. Я кидаю хост, и можете начинать. Сейчас. Пока офлайн у меня пишет что-то. Любимые игры на NES, Super Mario Bros, Contra Mega Man, ну, попса. Да где он? Что-то я, у меня не видно, чтобы он запустил уже. Ау, запускай. Еще раз, ну, сейчас у него стрим начнется, да? Там будет песня играть, в которой будут слова там что-то чику-чику-чику, да? И вы пишете... О, начал. И вы пишете слово чику, которое я сейчас напишу в чат. Не прям спамьте, ну старайтесь какими-то перерывами, примерно как в песне. Ну не прям, то есть вот бешено-бешено спамить. Ну так, то есть, ну примерно в такт музыки. Понятно, что задержка, все такое. Все, давайте, всем пока. Увидимся там сейчас на стриме.